в моей родной деревне, куда я ездил вот 1 марта, стоит такая деревянная церковь. Я говорю, церковь без гвоздей. Красивая, деревянная полностью церковь. Она действующая, колокольные звоны. И парк прекрасный вокруг нее, вокруг этой церкви, детская площадка. И рядом с церковью вот есть мемориал. Мемориал тех людей, которые погибли из этой деревни. Там их имена и вот такое захоронение. Это прекрасная память моего детства.